наш мастер-интеллект, тренер Маркова Татьяна. Татьяна, бери микрофон. Вот она, красавица. Здравствуйте, благодарю. Благодарю величайшего ведущего, Евгений. Спасибо. Я Маркова Татьяна, живу в городе Канаш. По профессии я мастер производственного обучения, но по профессии работала всего 4 года. Потом сложились жизненные обстоятельства так, что мне пришлось профессию поменять. Я ушла в торговлю и работала индивидуальным предпринимателем. У меня было небольшое дело. И вот когда настали трудные времена, я начала искать новые возможности заработка. Работала также и в сетевых сетях, в сетевых компаниях. И поиски меня работы в онлайне завели в одну компанию. Там обещали очень хороший заработок, и я с ними связалась, вложилась, но это оказалась мошенническая компания. Вот. И у меня упадок сил сразу, я в долговую яму попала, обращалась в различные банки, сначала закрывала, брала кредиты, закрывала одни, потом брала другие, опять эти закрывала. Ну, в общем, такая была у меня. А потом мне все это надоело, вообще я уже думаю, что это у меня без конца, что ли, все это будет. У меня и депрессия наступила уже, просадка по энергии сильнейшая была. И вот в конце июля одна моя очень хорошая знакомая по сетевому маркетингу меня пригласила сюда, в Суперджамп. Она сначала говорила там вот, люди света, райское будущее, ну что-то такое, я думаю, ну что-то, какая-то муть, наверное. И вот я сомневалась долго, но она все приглашала, приглашала. Ну я, в общем, пришла, говорю, ну давай, Наташенька, рассказывай уже, что это такое на самом деле. И, в общем, я согласилась. Я прошла первую тренировку, энергия зарядилась. И мне показалось маловато, говорю, я еще хочу, давай мы еще, что мне дальше делать? И вот она мне подсказала, что надо вот лицензию взять, и дальше стала проходить другие тренинги. И я почувствовала уже после прохождения вот этой тренировки, что... Почувствовала, что сама могу управлять своим состоянием, энергией, мыслями, эмоциями, настроением. Также улучшились мои отношения с окружающими людьми. Улучшилось здоровье. Если я без конца простывала, я могла слечь там недельки на две. А теперь у меня только вот в легкой форме всегда проходит и недолго совсем. И вот я всегда теперь в ресурсе нахожусь. Всегда бодрая, всегда с хорошим настроением. Появилась уверенность в завтрашнем дне. Также я здесь приобрела новую профессию, хорошо оплачиваемую, совместимую с любой другой профессией. И вот я теперь сама стала проводить тренировки, потому что очень зарядилась и хочу тоже делиться с людьми, других людей делать тоже счастливыми. И само проведение тренировки, оно заряжает еще больше получаешь энергии здесь, еще больше желания делиться с людьми. Это вообще, это просто, ну просто слова не подберу сейчас. Поэтому я очень сильно благодарю прямо от души создателя нашей ассоциации Владимира Довганя, Петра Силкина, также величайших наших наставников, мотиваторов величайших, Роберта Рам, Степана Кучеренко, семью Ивашко, Евгения и Наталью, Андрея Акимова,
Сергея Терентьева. И самая, конечно, безмерная просто благодарность моей наставнице Наталье Пушкиной. И также моей небольшой пока команде. Это у меня мастер, интеллект-тренер Алексей Яковлев. Какие у меня планы? Я собираюсь расширить команду, естественно, и хочу причинять другим людям счастье, развиваться самой, к свету стремлюсь и повышать и свой интеллектуальный уровень, и с людьми делиться. И поздравляю всех интеллект-тренеров сегодняшних, достигших новых рангов, и не останавливайтесь, ребята, и летите легко, как ракеты, двигайтесь к новым и новым вершинам. Благодарю, Евгений, величайший, передаю микрофон. Браво, браво, Татьяна, величайшая, спасибо тебе за твой плакат, вот этот, которым ты вообще заявляешь в этот мир свои права.